Здравствуйте, с вами Юнис и прогноз погоды на телеканале ПС. Вот и лето на носу, расслабляться уже пора, и потому желаю всем экзамены сдать на ура. А теперь о погоде на 29 мая в Архангельской области. Котлас плюс 20, ясно, ветер слабый, в Плесецке тепло и ясно, и плюс 20 градусов на термометре. А вот ветер сильный, и Вельск ясное небо, сильный ветер и температура воздуха плюс 19 градусов. И, конечно же, о погоде в Архангельске. Утром плюс 11 на термометре. На небе ясно, ветер слабый, днем воздух прогреется до 18 градусов. Ветер умеренный, на небе не облачко. И вечером в Архангельске температура воздуха плюс 12, ясно и ветер слабый. Песня посвящается всем тем, чьи дни насыщены и наполнены атмосферой экзаменов и сессий. Я у твоих ног, спасибо не говори. В этом тебе помог Бог, его и благодари. Увидимся с вами на телеканале ПС.